В республике всего за сутки перепрофилировали урологический центр под инфекционный госпиталь. Сегодня в центре лечится 85 пациентов с коронавирусом. Врачам за это время уже удалось выписать около 100 выздоровевших. Накануне глава дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов побывал в медучреждении и пообщался с пациентами. В больнице создан хороший запас медикаментов, имеются средства индивидуальной защиты для медперсонала. Хорошее внимание и питание тоже. Вообще быстро восстановились. У меня вообще одышка была. Еле поднялся на 4-й этаж. Мы на эти болезни не верили, конечно, но уже 100%, даже 200 раз поверили, потому что это невозможные болезни это. Вот у меня операция была, все было, но такую болезнь я еще не видела. Такое состояние не могли выходить, как будто пьяные, как будто дурной болезни это. Отметим, что центр перепрофилировали в рекордно короткие сроки, всего за сутки. Многие сомневались в том, что у нас с вами получится. Когда монопрофильную больницу перепрофилировали в одну часть. Так все было. Многие не верили. А верили мы с вами, и у нас это все получилось. И почему это все получилось? Потому что преданность на своей профессии –